24 декабря 1855 года родился Адам Кублицкий Пиатух, начальник Алтайского округа. В служебных делах он отличался огромной работоспособностью, развивал на Алтае исследовательскую, образовательную и культурную деятельность, был инициатором создания портретной галереи начальников Алтайского округа. Эти фотографии сегодня хранятся в Краевом архиве. 24 декабря 1924 года в селе Вострово Алтайской губернии родился журналист и писатель Анатолий Чмыхалов. В 17 лет он ушел на фронт, а после войны уехал в Красноярск, где и началась его карьера. За годы творчества Анатолий Иванович написал более 10 книг, и многие из них о малой родине Алтае. 24 декабря 2013 года в Барнауле презентовали книгу «Алтайская трапеза». Ее авторы – жители края, которые прислали издателям более 400 рецептов. Книга стала своеобразной энциклопедией простой деревенской кухни. В предисловии к изданию глава региона Александр Карлин написал: «Книга знакомит нас с нашей малой родиной, ее историей и культурой через гастрономическое наследие многих поколений».